Всем доброе утро, всем хорошего дня. У нас так холодно. Давай скажу. У нас так холодно. Жора сегодня даже ходил на подоконник, потом лежал долго, грелся на батарее. Да? Знаете, на батарейке полежать на тепленько. О, мой мальчик. Вот красотка. Это... Аля. Ты выспался, сыночек? Ты как? Выспался? Мы сегодня... Он вчера вырубился просто на раз после прогулки. Скажи, я так хорошо выспался. Я проснулся сегодня, а Жоры нет. Слышал, идет обсуждение на подоконнике. Да? Жорарчик. Французский мальчик Жорарчик. Мой умничек. Ты что зеваешь? Что такое? Ты что, не рада? Слушай, ты рано проснулся сегодня, все хорошо. Я еще спал, он уже проснулся, пошел, сходил на подоконник, позанимался своими делами какими-то. Вот он. Ты мой живой. Да. Пожалуйста. Ну, пошли обратно. Эй.